сегодня что-то читала, 9 часов снег должен пойти. Это все. Он и сейчас как-то... Если в Одессе снег лежит, а у нас нет. Морозы держатся, если потеплело, может, он не пошел. Да нужно, 300 лет тут снег. Не говори. Надо еще в сарай лопату достать, там завален, пока еще снега нет, а то потом снег выпадет, а мы будем лопату бегать искать. Раскапывать лопату. Оля Ивановна, вы сидите или пойдете? Нет, я пойду, мне надо купить.